Налоги – это обязательные платежи, взимаемые государством с физических и юридических лиц в бюджеты соответствующего уровня. Полученные средства тратятся на благоустройство и социальную сферу. Состояние дорог, развитие образования, медицины, культуры – все это напрямую зависит от того, насколько вовремя и в полном объеме граждане выполняют свои обязательства перед государством и платят налоги. Федеральная налоговая служба напоминает, что срок предоставления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц за 2018 год истекает 30 апреля. До окончания указанного срока необходимо предоставить налоговую декларацию по форме 3 НДФЛ славянцам, получившим в прошлом году доходы от продажи имущества, акций, доли в уставном капитале, выигрыши в лотерею и другие. Также не позднее указанного срока предоставить налоговую декларацию должны нотариусы, адвокаты, а также другие лица, занимающиеся частной практикой, и индивидуальные предприниматели, находящиеся на общепринятой системе налогообложения. Предоставление налоговой декларации в налоговый орган после истечения установленного законодательством срока является нарушением налогового законодательства, за которое предусмотрена ответственность в виде взыскания штрафа в размере не менее 1000 рублей. На официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Физическим лицам» имеется вся необходимая информация по теме декларирования доходов. Телефоны справочной службы 4 11 15 479 87.